Выход на лед уже небезопасен. С наступлением весны, несмотря на то, что температура часто опускается ниже 0 градусов, выходить на водоемы уже не стоит. Сейчас на некоторых озерах толщина льда по-прежнему местами достигает 20, а то и 30 сантиметров. Но из-за перепадов температуры на вид крепкая поверхность водной глади становится рыхлой и может таить в себе опасность в виде трещин, которые сейчас незаметны. Сведения о толщине льда регулярно публикуются на официальных страницах МЧС России по Смоленской области. Редактор